Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских с 8 июля работает на главной промышленной выставке «Иннопром-2024». Наш регион представляет 17 промышленных предприятий. Среди участников – Симбирское конструкторское бюро. Продукция этого предприятия – многофункциональные дроны «Пиранья», которые активно используются в зоне проведения специальной военной операции. В настоящий момент мы производим, помимо дронов для СВО, также и направление с детскими дронами. То есть они сейчас активно будут использоваться в муниципальных образовательных учреждениях. То есть дети будут полностью проходить курс, начиная от сборки аппарата и заканчивая пилотированием. Также у нас есть новинка, это наш дрон «Пиранья-13». Уже для использования в промышленных целях и в зоне специальной военной операции в том числе. Димитровградская фабрика детских игрушек «Полесье ДГ» – постоянный участник «Иннопром». Предприятие представило эксклюзивный набор игрушек с героями российского мультсериала «Конструктор», «Полесье», «Макси» серии «Новая Простоквашина», который является абсолютным замещением известного датского конструктора. Совместно с компанией «Союзмультфильм» по лицензии «Союзмультфильм» в этом году мы изготовили фигурки персонажей всем известного мультфильма «Простоквашина». И вот сегодня прям буквально на прошлой неделе только изготовлены первые фигурки. Мы их сегодня сюда привезли. И сейчас мы будем производить наборы конструктора нашего с персонажами мультфильма «Простоквашина». Для того, чтобы наши дети играли уже нашими родными анимационными образами. Каким человеком, пауками, спайдерменом и так далее. А вот дядя Федор, вот Матроскин и так далее. На стенде Ульяновской области также работают центры развития промышленности региона, компании «Промтех Ульяновск», «Глянстехник», «Форж», «Ульяновский завод Солерс», «Форм Ресурс», «Проф IT», «Станкостроительный завод DM Technologies», бывший немецко-японский «ДМГ Море», промышленная группа «МИДа» и другие. Алексей Русских встретился с главой корпорации «Промтех» Валерием Шадриным. Обсудили производство кресел для российских авиалайнеров. В планах главы региона провести еще ряд встреч с главами других субъектов Российской Федерации и генеральными директорами крупных промышленных предприятий. Также состоится подписание ряда соглашений по промышленной кооперации, о сотрудничестве в различных сферах и реализации инвестиционных проектов. В целом на форуме намечено проведение около 100 мероприятий, в которых примут участие руководители органов власти, лидеры предпринимательского сообщества и промышленности, эксперты и зарубежные гости. На дискуссионных площадках будут рассмотрены инновации в промышленности, глобальный инженеринг, технологии развития транспортного машиностроения, международное сотрудничество. Стратегическая сессия намечена на 9 июля. Планируется, что перед аудиторией выступит председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. На заседании будут озвучены основные векторы развития индустриального сектора экономики и направления сотрудничества. Ирина Антонова, Улправда ТВ.